Так, трикотаж. Ну, иногда бросает пропуски. Это то, что я говорил. Отверстие в игольной пластине великовато. Ну, пропуски, конечно, есть на тонком трикотаже. Нужно попробовать потолще трикотаж. Ну, потолще трикотаж вот шьет нормально. Так, вот на трикотаже шьет зигзаг. Также шьет вот зигзаг на подкладочном материале. Большой зигзаг. Так, вот бросает зигзаг на тонком трикотаже. Ну вот, тонкий трикотаж нормально обметывает. Дермантин шьет. Довольно прекрасно переезжает швы. Ну, видите, иголки даже не ломает. Все прекрасно. Так, ну еще попробуем дермантин втрое прошить. Так, ну что я могу сказать, через швы проезжает, вот видите, швы проехала, нигде пропусков нет, иголки не поломала на швах, здесь тоже вот прекрасно прошила строчка, ну я думаю, что все прекрасно, в принципе больше и ничего не надо, единственное, что у нас вот этот тонкий трикотаж, вот этот, делает пропуски, но это уж тонкий трикотаж, так как игольная пластина у нас разбита, соответственно пропуски и будут. Требуется, конечно, замена игольной пластины, так как отверстие внутри игольной пластины разбито иголками. Ремонт машины мы закончили, на этом пока все.